Ну да. Ты не знаешь этот fucking? Бой детально описал. Фист. Ну только попробуй, блядь, ответь. Не прощу. Ой, блин. Выдвинусь в Краснодар, грызть уши. Надо было отбивать. Надо. Как же ты, Лев, ко всему готов. А, ну да, стоим. М, мяч. Что стоим? Точно, нужно было отбить. Ничего же делать. Надо записать ежедневник. На следующей неделе. Ну нет, без шанс. Ты не знаешь эту лужу? Корт недавно просыхал. Ну конечно, зачем отбивать, господи. Ну это был осе. Да я понимаю, что осе. Да, блин, я вроде правильно прибежал даже в нужную точку. Что? Рустам активно пушил мид. Как ты думаешь, откуда ты у меня сейчас мяч отбил? Это просто нонсенс. С моей половины, чтобы ты понимал. Я так активно пушил мид. Мид был успешно запушен. Да, действительно. Блядь. Выключайте свои 7878D тактики просто. Я понял. Если грузится видео, надо начать грузить второе. Тогда все прям налаживается. Ой, господи. Это просто, я не знаю, ты меня в два раза подряд отбил с моей половины, Андрей. Просто это такой мэдгеймс. Естественно. Андрей играет в парный теннис с самим собой. Ты не знаешь этот fucking... Как, блин? Рустам, находясь спиной как-то в кувырке каком-то, ты что-то отбил через себя. Врагу не сдает очко варяг просто. Какой же контент у меня происходит? Сейчас ты меня вообще постоянно отбиваешь почему-то. Я не знаю, я просто... Рустам машет граблей колоризации. А блин, можно мы будем подавать, пожалуйста? Рустамская школа балета. Угу. Ты гейская. Курсы готовки омлета. Французская школа багета. Рустам. Осе. Клуб любителей французского интернета. Атомная бомба. Нет. Французский интернет. Нет. Да, как же я прочитал просто. Я знал, что ты меня пролагаешь. Я прочитал, куда ты меня пролагаешь. Подстроился. Я говорю, мне не просто 5D теннис теперь. 6. Пятимерный подводный теннис. Ну понятно, все.
Просто, я не знаю, как в такой теннис играть. Я не знаю, как это у нас... Как мы так потеем просто? Причем, знаешь, это не просто там каждый разменялся подачами. Ну, типа, а мы еще какая-то борьба там навязывается, еще там что-то происходит. Борьба в скобочках, и можно попасть мячом мне в плечо. Андрей, перестаньте играть с соседнего корта, пожалуйста. То с моей половины, то с соседнего корта. Я говорю, у вас есть половина корта, на ней нет, играйте. У меня этого мало. Да, блин, как же я ненавижу этот момент, потому что я чисто технически не могу добежать. Господи. Хорошо, хоть не... Типа, я подал так, что ты пришлось со своей половины отбивать. Ну да, 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 да. Ай, господи. Пуджи прям не работают. Где проплата, алло? Новая транзакция нужна просто. Что-то я хрень сделал. Ну или нет. Действительно, Андрей, играйте со своей половины, пожалуйста. Не знаю, у меня на экране все в порядке. Не вижу ничего смешного. Да. Хорошо. У вас 5 пропущенных. Прикинь, сейчас статистику такую завезут. О, я хрень сделал. Какая. Легкая же. Легчаешь? Ну, в этот раз, правда, то ли я протупил, пролагал. Ну, типа, именно само перемещение, то ли еще что. Так, пробуем принципиально новую подачу. Такого хорошо. Вы еще не видели. Отлично, кстати. Вообще. Легко. Берем на вооружение. Как же мы берем только свои подачи, пипец. 4 раза подряд причем. Тогда брейкпоинт будет алло. Тыщ. Ты, ну понятно, да, да, да. Телепортируешься в 5D роста. Неожиданно еще в полете. Смертельно. Вот внимательно следи, может у тебя тоже получится. А, все, понял, пуджики работают. Сейчас, чтобы ты понимал, у меня просто было 3 тебя. Офигенно. Я не знаю, с какого места полетела подача. А я использовал, типа, манта стайл. Просто, господи, что происходит? Ну, я не попал. Лагает? Но я не попал, это аут. Я не знаю, но тут сам факт того, что я же говорю, чем дальше, тем больше оно лагает. Ну вот как ты, блин, это отбиваешь? Гарри. Гарб. Так, ну осталось качать ровно час. Глядишь, сейчас дойдем до третьего сета, там ты просто легкую возьмешь. Вообще. Блин, я хрен сделал. Да, действительно, мяч улетает, Андрей отбивает с соседнего корта. Господи, классика, тут нельзя расслабляться вообще ни на секунду. Потому что интернет на загрузку у меня работает, а на выгрузку он там канал зажат. Ну, мужчина, вот это Рустам, это настоящий Рустам. Забираем 5-ю подачу свою. Давай, Андрей, забирай свою подачу. Да, вот что-то мне теперь надо напрячься, очередной раз. Ну напрягся, напрягся. Всё, напрягся. Легко. Трайхардер. Он же сказал, нажрался. Ну напрягся. Напрягся каждому. Напряги свой трайхардер. Ой, господи. Эх, не попал. А, ну Рустам решил аут херакнуть. Действительно, куда еще бить?
Мы заплатили что... механику. 300 баксов за рабочий день. Все, сейчас механик выдвигается сюда. Ежедневное обслуживание вашей недвижимости. 1925 год. Персональный ассистент едет. Так, у меня тоже механик сейчас выдвинулся. Я решил контрить тебя твоими же методами. 975 за недвижимость. Гонорар 300 баксов ассистенту. Ассистенту. Ой, что я наделал? Легкая. В сухую. За касатку 150 баксов. Ага. За клуб 1300. За игровой зал 500. Ну как? Вообще не в той стороне был. А, какой же фистинг Эйнал просто у меня произвелся сейчас. Я также на твоих подачах обычно. Да, да. Я испытываю небольшую фрустрацию. Особенно вот сейчас летит медленно, прям медленно. Я сейчас отбил подачу с соседнего корта, да. А у меня на экране медленно летит, но мой челик просто стоит, ему норм. Ну не, я тут без шансов. Жесточайший Рустам. Пришел. Жесточайший. Действительно. Там смело бежал куда-то. По делам. Заскочил. По делам. Пойду побегаю. Ты лучше попрыгай. Нет же! Ну нет же! А, ну ты серьезно? Ну нет же! Ну нет же! Ну нет, без шансов. Шо я там тащил, это пипец. И ты тоже пипец. 6 геймов подряд своих. Ой, господи. Да. Пермская школа балета. Я пердоля. Ну у меня ты уже куда-то убежал даже. И только потом мяч пролетает. Вот у меня так постоянно, типа, вот я же ору про соседний корт и так далее. Рустамская школа Рустама. Хватит грузить видосы. А я разучился подавать вообще. А, хорош. Рустам впихнул невпихуемое просто. Блин, я подам в этой жизни-то или нет? Или это... Ну да. О, какая же... Как же мне надо собраться срочно. Сас, берись, тряпка. Тряпка. Собрался, легкая. Да, так надо еще раз, блин, повторять это, я хз как. Бежишь и повторяешь. Не ешь. Ешь. Понял, будем секретную подачу использовать. К такому у вас жизнь не готовил. Ну вот легкая же, господи. Вообще. Андрей настоящий хычин прям. Андрей что-то умеет играть только когда надо. Ну просто обычно тебе не интересно. Да, конечно. А зачем? Мне чувак секунды полторы стоял и да. Не хотел бежать. Может, ты зажал кнопку для удара? Нет, я обычно одну кнопку типа держу. Да блин, я попаду в этой жизни-то или нет?
Хорош. А, 4 подряд, капец. Как же это плотно. Так, ты у меня развернулся и пошел на ту сторону. Что, блядь? Я тоже дошел до половины и пошел назад. Я передумал. А знаешь, как я сейчас стою под... Я тоже. Не, меня развернуло. Смотрите на меня. Куда ты пошел вообще, лол? Я не могу. Подавай. Во, нормально. Чё? У меня мяч прилетел между ногами только что. Ясень, что происходит вообще? Подавай! Подавай, ретард! Пропущен эйс. Отлично. Это эффект Пуджи. Десятимерный киберпространственный теннис. Ты просто чувствуешь, как я тебя переиграл. Я развернул тебя в ту сторону, дал тебе мяч и сам подал, не сдвигаясь с места. Ой, мама. Ошибка. В каком месте это ошибка? Это была дефолтнейшая подача. Сейчас, подожди, не подавай. А я не могу. Так, ну что, вы не в ту сторону смотрите. Немедленно развернитесь. А, так опять у меня подача, что? Я, походу, все это время теперь я подаю. Ой, что я наделал? Ой, господи. Ой, мама дорогая. Ах ты ж, господи. Что, сейчас опять я подаю, что ли? Наверное, нет, все-таки я. Ой, господи, стоя. Нет, я всякая гадость видел. Рустам первый человек, который пропустил эйс на своей подаче. Смотри, знаешь, в Анапе есть аттракцион 999D. Так вот это было оно, похоже. Вот чем там занимаюсь. Господи. Так, сможем ли мы сейчас поменяться, или мы сейчас развернемся? Не, даже повернуло. Как? Тут ты сейчас идеальнейшую отбил. Ох, господи. Я не могу играть, у меня глаза слезятся просто. Я устал ржать. Контентные. Ты еще подожди, сейчас мы... Я свою подачу. Да, то вдруг эйс пропустишь. Офигеть. Пришло время тройного блогерства. Нет, ну, так самое интересное, что я не видел, ну, типа, чувак у меня вообще не управлялся. Он, типа, хочет, идет. Хочет, не идет. У меня сейчас ты бежал с ракеткой, как будто ты, типа, пытаешься нести каравай. Караван. Ой, господи. Ace is the place. Это просто что-то с чем-то. Такого контента я еще не видел. Действительно, зачем? Ой, господи. Я офигею. Господи, этот лагающий теннис, это, конечно, что-то.
А, Мирайс, мне даже счет не показало после этого, да?